сейчас с вами немножечко синхронизируемся, так чтобы нам всем прям объединиться в одну такую компанию, тем более, что у нас одна большая свадьба. Здесь будет все очень просто. У нас есть хитрый диджей Денис, можно ему поаплодировать. Типа рано. Он еще не отработал. Он сейчас зазнается и работать перестанет. Рано, право. Чуть-чуть позже. Так, теперь. Он поставит сейчас композицию, ваша задача в ритм композиции просто похлопать. Чтобы это было прям ритмично, в один ритм хлопаем. Хорошо? Легко. Попробуем. Так, по-моему, первый бокал хорошо зашел, да? Так хлопки будем пробовать, Хорошо. Итак, давайте попробуем. Первая композиция. Слушаем. Все, отлично, закрепили. Это аплодисменты тем, кто сегодня работает, да, вот. Кто сегодня там не смог приехать на свадьбу, кто опаздывает еще. Вот им всем эти аплодисменты, надеюсь, где-нибудь услышат, и уши у них сгорят. Так, теперь. Следующие аплодисменты чуть-чуть поритмичнее, чуть-чуть прям побыстрее. Попробуем? Поехали! Все, закрепили. Это аплодисменты тем, кто сегодня работает. Мне, Денису, девчонкам, официанткам, где-то минус тут бегают. Ребятам, оператору, фотографу, да? Спасибо огромное. Спасибо. Теперь. Вот сейчас самые горячие аплодисменты. Как вы думаете, кому они будут? Молодым. Да что-то много им аплодисментов сегодня. Давайте просто сами себе за то, что мы красивые пришли сегодня, да? Ладненько, давайте попробуем. 3, 2, 1. Наполнили бокалы? Да! Подожди. Так, наполняем бокальчики. Анатолий. Thank you.